Вот скажи, тебя не заебал бег по замкнутому кругу? Тебя не заебало вот это одно и то же, вот эта вот петля? Вот это, блядь, день сурка. Проснулся, пошел, пришел, блядь, проснулся, пошел, пришел. А? Вот скажи, сколько ты, сам себе ответь, сколько ты времени проводишь сам с собой наедине? Минут в день. Сколько? Пока едешь на работу или куда-то по делам, при условии, что ты ездишь один. Или когда, блядь, съебываешься в гараж, блядь, по любому поводу, чтобы побыть наедине со своими мыслями, самим собой. Или на рыбалке ты там хотя бы какое-то время находишься сам с собой наедине. Вот ответь себе на этот вопрос. А вот это вот петля твоя, блядь, она поэтому и происходит, потому что ты не можешь даже, блядь, подумать сам с собой наедине о своих мыслях. Подумать, что ты хочешь, блядь, куда ты идешь, к чему ты, блядь, стремишься, понимаешь? А все окружающие тебя люди, они отвлекают просто у тебя внимание. Знаешь, что им нужно? Им нужно, чтобы ты деньги зарабатывал и приносил. Им нужно твое внимание, чтобы ты им уделял внимание, тратя свою жизнь на них, чтобы ты не был один, постоянно был занят ими. И им нужно, чтобы ты еще выполнял их указания. То есть они тебе говорят, что делать, а ты идешь и делаешь, как это, марионеточка. А тебе жить незачем. А зачем тебе жить? Ты удобный, ты комфортный, тобой можно управлять, тобой можно руководить, тобой можно пользоваться, тобой можно манипулировать. Можно тебе мозги выпаивать, блядь, день через день, понимаешь? А ты это все терпишь. Терпишь. А вот эти вот мысли, которые у тебя крутятся в твоей голове, они, блядь, кричат уже: «Как вы меня все заебали, сука! Дайте мне, блядь, покоя, дайте мне спокойствие, отстаньте от меня!» Вот ты просыпаешься, блядь, с этими мыслями, ходишь с этими мыслями целый день, засыпаешь с этими мыслями, а тебя еще задрачивает, блядь, телефон, там, смс-ки, блядь, алло, где ты, давай, куда ты там пошел, давай быстро приходи. Как тебе нравится такая жизнь? Вот дам тебе один совет, можешь им не пользоваться, конечно, мне вообще, как бы, ну, все равно, но первый час твоей жизни тебе нужно проводить с самим собой наедине. Просто послать всех нахуй и сказать: все, пошли нахуй. Первый час своей жизни, когда ты утром просыпаешься каждый день, проводить сам с собой наедине. И думать о том, что хочешь именно ты. Не о том, блядь, что тебе надо сделать, что тебе, сука, надо куда-то идти, блядь, выполнять какие-то задачи, а именно о себе. Что тебе в первую очередь важно. Что для тебя в первую очередь значимо. Что тебе в первую очередь необходимо. Понимаешь? Поэтому пока ты, блядь, не начнешь думать, пока ты не пошлешь всех нахуй, пока ты не начнешь, блядь, работать над собой, пока ты не начнешь менять мышление и смотреть на ситуацию, которая с тобой происходит с другой стороны, ты так и будешь вот летать в этих петлях, блядь, у тебя так и будет этот день сурка, тебя так и будут заебывать, на тебе так и будут ездить, блядь, тебя так и будут использовать, а ты будешь терпеть, мучиться, страдать при этом и нихуя не сможешь сделать. Вот так.